Привет, орлы, орлята и орлятские дети. Сегодня мы будем с вами трудиться над распаковкой новых побрякушек. А побрякушки называются рамки для вышивки. Пяльца и просто пяльца. Оказывается, это большая разница, а я не знал. Поскольку я являюсь крупным фанатом вышивки, я просто жить не могу без вышивки крестиком. Дня не проходит, как я этого не делаю. Поэтому мы сейчас попросим нашего ассистента нам ассистировать, чтобы съемка была качественная. Ой, как хорошо-то мне. Блин, повыше снимать. Старайся, чтобы моя грудь была на грудь направляй, потому что у нее широкая. Короче, это палки вот такие вот, которые можно собрать и получить из них пяльца. У нас вот раньше на моем канале, там где-нибудь я ссылку кину на видео, мы уже снимали распаковку станка. А это, короче, просто рамка. Вот такая вот. Старайся снимать, пожалуйста, прямо. Горизонт не заваливай, вертикаль. Не-не, еще. Пониже опусти. Вот смотри, вот ты должна вот сюда направлять луч от этого самого. Вот. В общем так. Вот кино, картинка, размеры рамки 30 на 50. В общем, она собирается очень просто. Здесь вот такие барашки. Ё-моё, ну вообще невозможно. Я настолько внимание людей поглощаю, что перестают это самое. Вот барашки. Их вот так вот раскручиваешь. Давай, раскручивайся. Так, теперь. Собираешь, на бочку положишь и барашек обратно закручиваешь. Так, теперь дальше. Это все фабричное, сделано, скорее всего, где-нибудь в Китае, хотя на упаковочке где-то что-то там российский штрих-код 46. Наверное, все-таки что-то меня кажется, что это все сделано не у нас. Качество хорошее. Заусенцев никаких нету. Это какой-то то ли бамбук, то ли еще какое-то дерево такое плотное. Может, какой-нибудь ясень там, я не знаю, береза. Так. Так. Чик. Все, шайбочка на место. Шайбочка, ты где? Ух, собака проснулась соседская. Вчера у нас был салют, и вы не представляете. Кто-то бомбы взрывал вообще конкретные. И соседской собаке случилась нервная истерика. Она долго не могла успокоиться. В общем, это вот такая штучка. Вот сюда зажимается тряпка, канва. И вставляются вот эти вот палки туда, в тряпку. Она там фиксируется. А потом вот так вот берешь и вот так вот их раз разворачиваешь. Вот эти оськи, как их назвать-то, блин, шпильки, вкручены не ровно по центру, а со смещением, с эксцентриситетом. И поэтому, когда мы поворачиваем вот эту палку, то получается, что мы натягиваем ткань. Это очень удобно. А вот теперь я покажу, для чего мы это взяли. У нас есть вот такой станок, на котором уже стоит такая же штучка. И этот станок используется в работе. Но хозяйка хочет иметь вторую такую штучку, чтобы можно было в любой момент времени взять
и брать эту штучку и поставить новую, чтобы не терять время даром. Так, это у нас палка отсюда выпала. В общем, это, я надеюсь, понятно. Теперь мы сейчас с вами будем распаковывать вторую. Так, это мы убираем. Здесь у нас уже пяльцы рамка с пластиковыми зажимами Light, регулируемые размеры. 61 ширина и длина разная. Кстати, у той палки тоже длина может быть тоже разная. То есть мы можем поуже поставить вот эти штучки, а можем пошире поставить. Два варианта. Также и здесь вот у этого станка есть отверстие дополнительное. Так, заказывали мы вот тут. Я удивился, что у нас, в общем, 2 дня доставка оказалась. Это был культурный шок для меня. То есть, во-первых, доставка была бесплатная, а во-вторых, она еще была 2 дня. Это просто вызвало бурю положительных эмоций. Так, что у нас тут? Кто-то у нас шумит там за кадром. Так, вот он, тетенька у нас вот так вот сидит и вышивает на станочке на этом. Смотрите, как здесь поддержка какая-то есть еще. Ну, это, наверное, другой с такой вот рамой. А это просто рамка. Рамка выглядит вот так. Сейчас мы посмотрим. Здесь уже конструкция маленько другая. То есть здесь тоже эти же шпильки, только почему-то они вкручены не до конца. Так. Так. Снимайся. Есть замечательный такой эффект Джанибекова. В космосе, в космическом пространстве, однажды он вот такую вот барашек, так же, как я сейчас, скручивал со шпильки. И когда он его скрутил, то в условиях невесомости, вы представляете, что такое невесомость, этот барашек продолжал вращаться и лететь дальше. И он вот так летел, потом он так вот кувырок совершает, вращается, дальше летит. Потом опять пролетает 5 сантиметров, опять кувырок совершает и опять дальше летит. И этот эффект был засекречен. И долго-долго его, про него никто никому не рассказывал. А потом его рассекретили. И оказалось, ему дали название «эффект Джанибекова». Оказывается, все тела со смещенным центром тяжести, центром вращения, имеют такое свойство. А если центр вращения не смещен относительно геометрии детали, то он нормально вращается, крутится. И вот есть такая версия, что планета Земля и все остальные планеты якобы, типа, они могут совершить кувырок через, по прошествии какого-то времени. Но это не факт. Ученые доказали, что этого кувырка с нашей Землей якобы не может быть, потому что все-таки у него есть у нашей Земли железное ядро, которое очень тяжелое, и оно препятствует вот этому смещению центра масс вращения. Ну, а мы с вами продолжаем играть в эту игру с пяльцами. Я действую наугад, поэтому я некоторые вещи могу делать неправильно. Здесь вот какие-то есть отверстия, но это отверстие для других целей. Я понял, мне кажется, что нужно вот в это вот отверстие оставлять. А то отверстие для других предназначений. Наверное, вон. Как вот эта тетя на снимке. Так, давай, собирайся. Так. Медленно я все делаю. Кому не терпится, можете поставить 2 на скорости. Очень удобно, что эти пяльцы, они универсальные. То есть мы можем их надеть
на разный станок. То есть также они подойдут к нашему станку от других пяльцев. И таким образом можно много-много разных других вышивать крестиком картин. Мне тут недавно рассказывали про то, что одна девушка вышивала лебедей. И вышивала она их 9 месяцев. Вы не представляете, какой это труд. Она словно их родила. Причем ей говорили, что брось, типа, не мучайся. А она все-таки не бросила и вышила эту работу до конца. Я видел фотографию, и лебеди были как живые на фотографии. Вы даже не можете представить, настолько было кропотливый труд. Там крестик был мелкий, объемный, и очень получилось очень красиво. Вот, мы идем сюда. Так, наш станочек уже разобрался. И вот, можно посмотреть, что можно вот так вот поставить сюда, на вот эту вот раму основания, эти пяльца. И вышивать, продолжить работу. Ну, а я думаю, нам пора, наверное, до свиданькаться. Я всем говорю до свидания. До новых встреч в эфире. Всем привет, любители вышивки крестиком. С вами был Фирс Вячеслав. До новых встреч.